Главная идея культурно-образовательного проекта «Поезд памяти» — наглядно познакомить учеников старших классов с историей Великой Отечественной войны. Участие в нем принимают школьники из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и России. Чтобы отправиться в такое путешествие, каждому из учащихся пришлось хорошо себя проявить. Так Гузаль Ахмедова закончила в Ташкенте 9 классов с красным аттестатом и неоднократно участвовала в международных танцевальных конкурсах. Это позволило девушке оказаться среди тех счастливчиков, кто приехал сегодня к нам, в Карелию. Это очень интересно узнавать историю, не только читая ее, а и просто смотреть на это все и видеть это все вживую. Гостей встретил член Совета Федерации от Карелии Владимир Чижов. Он рассказал школьникам про республику. Петрозавод, куда вы приехали, был столицей Союзной Республики. В составе Советского Союза была Карело-Финская ССР. Этот период длился достаточно недолго, 16 лет, с 1940 по, соответственно, 1956 год. Также в Петрозаводске детей сопровождала сенатор Елена Писарева. В столице Карелии участники проекта посетят памятные места, мемориалы, культурно-исторические достопримечательности. Всего же маршрут поезда памяти включает 7 регионов России и 6 областей Белоруссии. Любовь Цыганова, Максим Зверев, служба новостей.